Она одна из самых любимых турецких звезд. Однако в последнее время Тубаблю Гюстун не появлялась на экранах. Когда же звезда намерена вернуться на экраны и в каком проекте? У нас для вас хорошая новость. Актриса возвращается. Тубаблю Гюстун, которая после сериала «Джесур и красавица» взяла творческий отпуск и появилась лишь в небольшой роли Мары Хатун в сериале Netflix «Восход Османской империи», готовится вернуться на экраны с новым проектом. По сообщению журналиста Сины Кололу, компания OK Production, известная по работе над сериалом «Берет Саад Атие», «Дар», достигла соглашения с актрисой. Как известно, продюсер Анур Гювенатам приобрел права на адаптацию романа Гюльсерем Будайджалу «Девушка за стеклом» Чамда Кикыс, решив разделить ее на два самостоятельных сериала. Первый сериал «Твой дом, твоя судьба» с участием Демет Аздемир и Ибрагима Челеколя выйдет на телеканале ТВ8. Главной героиней второго сериала, по сообщению господина Кололу, станет Тубаблю Гюстун. Отметим, что книги известного психолога Гюльсерем Будайджалу пользуются большой популярностью в Турции. Одна из них легла в основу известного сериала «Невеста Стамбула». Сама она – практикующий психиатр, который вдохновляется историями своих пациентов. На каком канале или платформе выйдет этот проект, пока не сообщается. Журналист предполагает, что это может быть Netflix, но не говорит об этом прямо. Напомним, что ранее он также предполагал, что Кинан и Мирзалыулу и Серенай Сарыкая будут работать с Netflix, однако эта информация впоследствии не подтвердилась. Поэтому на этот раз он старается не делать далеко идущие выводы. Также господин Кололу сообщает, что сериал Netflix «Восход Османской империи», в котором Туба сыграла роль мачехи и главного героя, выйдет на платформе в марте. Прав ли турецкий журналист? Верны ли его сведения? Увидим ли мы Тубу в новом сериале? Обо всем этом мы узнаем совсем скоро. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.